Губернаторы кировчане, отдыхающие сегодня днем в парке у цирка, смогли оценить красоту женских форм. У подножья диорамы состоялось открытие скульптуры «Бегущий по волнам». Напомню, образ был взят из повести писателя Александра Грина. Сама идея создания скульптуры по произведениям известного русского писателя принадлежала Никите Белых. Какой получилась очередная достопримечательность города, увидел Дмитрий Житарчук. До официального открытия скульптуры «Бегущей по волнам» не больше 5 минут. Ждали же этого события кировчане и областные власти около 2 лет. Еще в 2011-м Никита Белых в своем блоге обратился к общественности с предложением разработать проект скульптуры по произведениям земляка-писателя Александра Грина. Одним из тех, кто откликнулся, оказался скульптор из Ижевска Сергей Добугруа. Плод его фантазии – образ «Бегущей по волнам», одной из повестей Грина, пришелся местной общественности по душе. Началась работа, кропотливая, над формами. Давались они ценителю прекрасного непросто. Ты хоть что делай, вот ты что меняй, вот как думаешь, да, все равно тебе придется сделать так, как она этого захотела. Девушка, женщина. Посмотреть, как детище его обретет новый дом, в парке имени Кирова скульптор сегодня приехал лично. И перед тем, как творение увидят кировчане, Сергей Добугруа рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться. Больше всего мы, конечно, работали именно с лицом. Вот делаем лицо, ну не то получается. А нужно передать вот именно тот характера нежности, целеустремленности, веры в себя, веры в свои надежды, веры в свои мечты. Покажем? Давайте, Никита Юрьевич, вместе откроем. Оценить творение скульптора с сегодняшнего дня может любой желающий. Вышла скульптура 2 метра высотой, бежит, а если по другим углом посмотреть, так и вовсе летит. Почему-то на север, а установлена на гранитном камне весом 10 тонн. И по убеждению губернатора, станет скульптура еще одной кировской достопримечательностью, которых, как считает Никита Белых, в Кирове должно быть больше. И предложил кировчанам выходить к властям со своими идеями памятников и скульптур. Когда мы сможем сформировать вот такой перечень объектов и форм, когда мы сможем в режиме действительно такой реальной, если хотите, уличной демократии определить наиболее запоминающиеся, наиболее нужные, наиболее интересные, наиболее красивые формы, то тогда мы, опять же, с помощью и наших сограждан сможем эти проекты реализовать. Кстати, в ближайшие годы в парке у цирка может появиться еще одна скульптура. Правда, какая именно, власти решили пока оставить в секрете. Но пообещали, когда проект будет готов, целесообразность его установки с кировчанами они обязательно обсудят. Дмитрий Житарчук, Александр Летова, Бюро новостей «Давеча».